Не очень удачно продолжил сезон 2017-2018 Кубка IBU владимирский биатлонист Алексей Слепов. За новогоднюю неделю он принял участие в четвертом этапе Кубка, который проходил 6-7 января в словацком Брезно-Осерболе. Соревнования включали в себя две спринтерские гонки. В одной из них Слепов занял 20 место, в другой пришел 13-м. В обеих гонках спортсмен допустил по два промаха. Лучший результат среди россиян показал Петр Пащенко, занявший 4 место. Ну а победителями гонок стали спортсмены из Франции и Норвегии.